Глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий в рамках рабочей поездки посетил промышленный технопарк «Лидер» в Малаховке. Там планируется производить порядка 200 единиц высокотехнологичного медицинского оборудования в год. От замысла до воплощения производства высокотехнологичного медицинского оборудования здесь начинается с нуля. В научно-техническом центре рождается идея, затем в лаборатории инноваций специалисты приступают к его реализации. И в конечном итоге на производстве появляются уникальные цифровые рентгеновские аппараты. Некоторые из них не имеют аналогов в России. Вот этот детектор наш позволяет увидеть то, что не может увидеть ни один другой детектор. Рентгеновский детектор с уникальными характеристиками. На его основании выпускаются цифровые маммографы, предназначенные для ранней диагностики рака молочной железы. На данный момент это изобретение проходит процедуру сертификации. Начиная с этого года у нас новый лозунг. Звучит он так: «Сделано в России для всего мира». Поскольку тот детектор, который мы сделали, то есть он уникален, это наш ноу-хау, будем продвигать и за рубежом. Здесь выпускается вся линейка рентгеновского оборудования, начиная от палатной мобильной техники до компьютерных томографов и аппаратов УЗИ. Компания размещена на территории промышленного технопарка в Малаховке. Раньше предприятие находилось в Москве, поэтому большая часть сотрудников – жители столицы. Всего на сегодняшний день здесь создано порядка 200 рабочих мест. У нас в Люберцах, в чем-то это наша гордость, у нас стоит задача, по крайней мере, вот такие бизнес-структуры развивать, современный бизнес, который позволяет создавать рабочие места, но самое главное, мы говорим там такие громкие слова – импортозамещение. В год специалисты компании выпускают примерно 200 единиц медицинского оборудования. Оно поставляется в различные города России, а также в страны СНГ. В люберецких медучреждениях этой техникой пока не пользуются. Но, по словам Владимира Ружицкого, в случае необходимости новое высокотехнологичное оборудование будет приобретаться именно здесь. Луиза Егазарян, Кирилл Евгеньев, телеканал ЛРТ. Всем привет! Я Маша Лапычева, а вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube, ставьте лайки и будьте в курсе самых актуальных событий.